Нет более простого и в то же время более творческого способа оказать знак внимания близкому человеку в день всех влюбленных, чем «Валентинка». Но это был лишь повод для проведения мастер-класса в районной библиотеке. Главное – развитие творческого потенциала, ребят. Это все-таки развивает детей. Во-первых, моторику развивает, да? Ну и вообще мы больше узнаем. Потому что то, что мы проходим на уроке, это, конечно, мало. Надо вживую попробовать. Это, конечно, хорошо. Нам это надо. Для творческого занятия все необходимое было подготовлено заранее. Но, как известно, одних материалов и умений мало. Казалось бы, все просто. Берем ножницы, цветную бумагу, клей, вырезаем, наклеиваем цветные камушки, и получается примерно вот такая красота. Но на самом деле все не так просто, ведь в этом творчестве главное – любовь и вдохновение. Без них ничего не получится. Судя по всему, и вдохновение, и творческого подхода у ребят с избытком. Каждый привносит в работу свой смысл, свою концепцию. Форма будет нестандартная, потому что тоже праздник не наш, поэтому хочется тоже что-то по-российски сделать, так скажем. Я хотела сделать образ мамы и папы. А сложности какие-то возникали в работе? Немножко, да. Какого рода? Например, отлеплять вот эти вот штучки, вот эти кружочки. По привычке за работой соседа, конечно, подглядываешь, но все же у каждого получается что-то свое, совершенно уникальное. Детям очень нравится что-то мастерить своими руками. Тем более, когда ты не просто вот тебе сказали, вот это наклей сюда, вот это помести сюда. А когда у тебя полет творческой фантазии, все, человек схватывает это. Вот посмотрите, у них совершенно разные открытки получились. Судьба у каждого скромного знака внимания в виде Валентинки также своя. И часто симпатия оказывается невзаимной. Поделись секретом, кому подаришь Валентинку? Тамаре. А кто у нас такая Тамара? Вот. В свою очередь спросим Тамару, а кому она подарит свою Валентинку? Я подарю сестре. Если честно, я буду дарить учительнице. Добровольской Веронике из нашего тоже класса. Маме. А почему же только и маме? Почему не папе, например, тоже? Ну, не знаю, работа одна. В нашей стране ко дню Святого Валентина отношение неоднозначное. В России есть свой праздник – День Петра и Февронии, который приурочен к Дню памяти святых, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Но в нашей стране церковь отделена от государства, а потому кого, как и в какой день поздравлять, каждый волен решать сам. С Днем Святого Валентина! Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.